Еврейская музыка – это не только всем известные 7.40 и Хава Нагила. Создатели международного фестиваля еврейской музыки в Казани уже пятый год подряд развенчивают этот миф и раздвигают узкие границы жанра. На гала-концерте в Униксе можно было услышать рок, фолк, поп-музыку, джаз и все это с еврейским колоритом. Еврейская музыка – это музыка для души. Так считает Алина Дзесса, участница коллектива из Караганды «Ахава», что, кстати, переводится с иврита как «любовь». Очень давно ее слушаю, очень ее люблю, потому что, когда я, мне кажется, у каждого человека что-то внутри содрогается, когда они слушают эту музыку. Публика была очень принимающая, очень добрая, поэтому мы были очень приятно удивлены. С каждым разом география участников фестиваля только расширяется. В этом году в Казань приехали около 50 коллективов из Израиля, Украины, Казахстана, Белоруссии и нескольких российских городов. В общем, зрители смогли в полной мере оценить, чем живет современный еврейский музыкальный мир. В этом году было 7 фестивальных концертов, мы провели за 3 дня. Все залы были переполнены, люди в восторге. Мы получаем и звонки, и в сетях. Я считаю, что очень здорово, фестиваль в этом смысле удался. Масштабное мероприятие в Казани – первый случай, когда в Мусульманской республике проходит фестиваль еврейской музыки. И на самом концерте также выступали татарские коллективы. Это объясняет главную задачу фестиваля – несмотря ни на что, объединять людей с помощью музыки. Поэтому это не последний раз, когда Казань говорит фестивалю «Шалом». Диана Авакян,